В сельском поселении Булатниковской за последние годы по обе стороны от Симферопольского шоссе появилось сразу два больших микрорайона. На территории Боброва ЖК «Восточная Бутово» и «Бутово-парк-2» в Дрожжино. Именно для жителей новостроек в первую очередь долгожданным событием станет открытие дороги районного значения, связывающей два жилых массива. Здесь альтернатива выезда из Боброва уже будет через территорию Дрожжино на Варшавку, либо из Дрожжино через территорию Боброва на том светофоре, который сейчас на Расторгуйском шоссе установлен, вблизи с пересечением с Симферопольским, там планируется тоже выезд полноценный. Так что, по идее, транспортная доступность территории, она станет лучше. Губернатор Московской области неоднократно заявлял, что решение транспортных проблем – важнейшая задача регионального правительства. Строительство этой дороги проходит в три этапа. Сейчас практически готов самый сложный участок – эстакада над Симферопольским шоссе. Ее длина – 370 метров. К концу года планируется завершить участки с выездами через Дрожжино на Варшавское шоссе и через Боброво на Расторгуевское. Чуть севернее – это где пересекается Расторгуевское шоссе и Симферопольское. Там планируется, по крайней мере, документами терпланирования предусмотрена полноценная развязка. То есть это все в приложении, на картинках видно. После завершения строительства состоится комплексное исследование дороги и эстакады для дальнейшей передачи в муниципальную собственность и начала эксплуатации. Со стороны администрации рассматривается нарекание жителей в части доступности транспортной. Это с административным центром Ленинского района, городом Видным, где и находятся все социальные объекты. И как только этот объект появится у нас в муниципальной собственности, будет проработана возможность запуска общественного транспорта как раз-таки через эту эстакаду. По словам подрядчика, впереди еще полтора месяца активного строительства. Дмитрий Книга, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.